Доброго вам дня, дорогие друзья, и мы возвращаемся на StarLadder, Fast Cup 147-10. Это полуфинал, в котором столкнутся такие команды, как Eternal Ownage и Колобок Ультрас. Давайте посмотрим, Колобок Ультрас и Eternal Ownage, противостояние восходящих звезд и опыта. Потому что Колобок Ультрас уже имеет статистику 25-29, большое количество матчей они отыграли. И, ну, средненькая статистика. То есть сейчас может быть 50 на 50. Я не знаком на самом деле с манерой игры данных людей. Но хотелось бы, чтобы сейчас они показали сыгранность, слаженность и что-то такое, что будут, ну, комбинации. Ну, Eternal Ownage показали нам сейчас классные комбинации. Это Магнус, Герокоптер, там... Дизраптор тот же, Бисмастер, опять же, вот залетают в пик сейчас. Ну, классно все было отыграно. Колобок Ультрас, надеюсь, покажет нам что-то типа того. С вами Маэстро, и мы начинаем. Начинаем мы пики, баны, все вот это вот стандартное начало для нас. И в баны у нас улетают Faceless Void и Lifestealer от команды Eternal Ownage. От команды Колобок Ультрас в бан улетают уже, господи, как все быстро, но он сойдет. Тимберсол, Тинкер и Магнус. У нас улетают в бан от команды Колобок Ультрас. Уже успели забанить Тайтхантера, Eternal Ownage на второй стадии. Наши пики уже произошли. Дизраптор и Бисмастер забирают себе Eternal Ownage. Там довольно хорошо так сейчас отыграли на этих персонажей. Колобок Ультрас забирают себе Леона и Варлока. Вот так вот. Големов мы также давно не видели. Ну и саппорты забраны. Самое интересное впереди. Что будет у нас дальше от команды Колобок Ультрас? Eternal Ownage, в принципе-то, более-менее понятно уже, потому что Бисмастер у нас пойдет в харду, Дизраптор будет стоять, саппортить, бегать там, выходить. Ну, кто будет вместо Леона сейчас под Дизраптора, интересно, будет ли это какой-то Раста, может быть, Никс Ассасин возьмут, Никс Ассасина. С Леоном, конечно, замечательно он получался, нужен еще какой-то фокус. Акса банит, Eternal Ownage, Колобок Ультрас банит Герокоптера. Ну, походу, посмотрели на мой стрим. Посмотрели, как сыграли Eternal Ownage. Да, Герокоптер был довольно неплох. Магнус там замечательно тоже врывался. Ну, правда, парочку раз в одного ненужного персонажа. Но и реабилитировался, исправился, и все, дальше было замечательно. Ну и на миде отстоял также довольно хорошо связочки. Все было у него замечательно. Но он не расстроился и берет себе инвокера. Берет себе инвокера. Eternal Ownage берут и... Ой, я боюсь представить, что это... Ну, я просто очень хочу прокасты. Я хочу метеориты, бласты, ветра, что-то такое вот, ну, прям вот красивое. Потому что класс Экзорд, да, конечно, классно. Там колдснэпы летят, санстрайки, форжи, бам-бам-бах-бах. Там все круто, но, конечно, хочется уже каких-то хайлайтов там прям. Инвокер, да, будет бегать, вырезать, кромсать, крушить. Но по одному. У нас есть Дизраптор, Скинетик Филдом, Статик Штормоб. Ну, под Бисмастера, конечно, да, санстрайки там классно залетают, но уже хочется что-то поактивнее. Колобок Ультрас думают над своим третьим пиком. У них уже самое интересное сейчас только начинается. Это мид, хард и кор-герой. Довольно интересно, кого они заберут. Это Dragon Knight. На мид, скорее всего, пойдет Dragon Knight против инвокера. Должен таки довольно себя хорошо чувствовать со своей пассивочкой. И подцепить его будет не так просто. Потому что довольно жирный такой товарищ. Хотя на санстрайке ему, от санстрайков ему будет не очень уютно. Интересно просто, кого сейчас заберут вторым саппортом. С кем будет Дизраптор бегать и... устраивать грязь на карте. Потому что я думаю, то, что этого Dragon Knight это надо как-то подгнобить вначале. Это Vengeful Spirit. Вот он, контроль, который нужен под Дизраптор. Да, забирают это смоки, выходки на этих филд, стан полетел, все, там минус армор пошел, также по Dragon Knight, и все хорошо. Все, Vengeful Spirit есть, но опять же, это фокус. Это фокус, один стан, и как бы все. Но это тот герой, который, в принципе, с получением 6 уровня так, ну, намного больше импакта не внесет.
Да, тут есть дизраптор, который должен очень быстро получить шестой уровень, максимально быстро, чтобы появился статик шторм, и уже он будет максимально полезен. Что тут Вингафул Спирит от непоявления свапа сильно, мне кажется, стратегия Eternal Ownage не пострадает. Что же у Колобок Ультрас? У Колобок Ультрас два таких саппорта, которых ну нереально быстро, которым надо получить шестой уровень. Это Finger of Death, это големы. Ну, просто должна быть война. Потому что если Варрок будет без големов при первом масс-файте, это может показаться, оказаться поражением для команды Колобок Ультрас. Но и думают пока что над четвертым пиком, над своим Колобок Ультрас. Господи, ну зачем так много букв R? Ну, как будто специально. Я аж выдохся. Свен! Свена забирают. Спасибо, то, что без этой злосчастной буквы персонажа сейчас взяли, как будто реально услышали меня. И вот теперь довольно опасно. Ну, нужен какой-то фокус-стан. А, ну, ворог есть, да, все, отлично. Есть Леон, есть ворог, Свену есть кого резать. Все, тут замечательно. Свена, если оставят, то, в принципе, игра будет для Eternal Ownage закончена. Они уже играли позапрошлую игру против Свена, они знают, что он может показать. Ну и пошло дополнительное время, баны сейчас будут залетать какие-то. Нужно банить какого-то хардлайнера. Банят Дарксира. Уже открывают пространство для милишных героев. Для милишного хардкерри. Но мне интересно просто, кто может с этим Свеном сравниться. Я не хочу просто, чтобы это выходил какой-то Джиггернаут, потому что они знают уже то, что они с Джиггернаутом не справятся против Свена. Против Свена, против Варлока, Леона. Это Врайт Кинга они банят. В Колобок Ультрас банят Врайт Кинга, думают то, что это будет он. Но я почему-то подозреваю, что они не угадали. Колобок Ультрас. 15 секунд основного времени остается. Нужно добирать какого-то хардлайнера. Можно, в принципе, даже взять какую-нибудь VR-очку на харду. Давно не видели в харде VR-ку. Ну или... Не знаю. Но опять же, я вот хочу Патму. Давно я не видел Патму в пике. Было бы довольно здорово. Патма, VR-ка. Может быть, кстати, какой-нибудь Тускар. Почему нет? Тускар тоже здорово бы смотрелся. Ну, Тускар в последнее время берут как саппорта второй позиции. Вот. А здесь нет. Здесь он уже так не зайдет. Творог, Леон. Ну, такие, кстати, два персонажа, которыми гангать будет не так просто. Это как бы, да, Леон есть два фокуса. На инвокера можно навесить. Творог там может и подзамедлить. Там хилочку свою накинуть. Это... Ой-ё. Вот это... Это Dragon Knight Solo Heart. Что ли? Ember Spirit на мид, а Sven Heart... Ну, вот поэтому я и говорю, что надо самое вкусное оставлять на потом. Потому что ничегошеньки сейчас непонятно. Неужели Dragon Knight оставят соло? Ну, я не думаю, то, что там возникнут какие-то вопросы с самоубийством. Если он будет стоять там на линии, стоять под вышкой вечно, ну и не получит ни артефактов, никакого, никаких ни экспы, ничего, но он будет абсолютно бесполезен. Шестой уровень, если он будет стоять в Солянова, получит он не скоро. Сейчас серьезный выбор. Серьезно должны подойти к выбору Eternal Ownage, потому что у них некем убивать. Я не знаю, кем вот это вот убивать даже, на самом деле. Посмотрим, что они сейчас придумают. Я бы сейчас, если бы открыл, может быть, список персонажей, я бы на кого-нибудь тыкнул пальцем. Но пока что нет. Пока что нет. Остается 50 секунд дополнительного времени. Есть еще время подумать. Это... Ну, рейндж героя уже подошел бы, кстати, неплохо. Герокоптер зашел бы довольно-таки неплохо, но... Нет, гирокоптер в бане. Гирокоптер в бане. Тракса развалится за секунду. ВР-ка также. Может быть, какая-нибудь Урса? Идти быстренько пытаться заканчивать. Это Сларк. Это Сларк, и ребята долго играть, походу, не собираются. Ну, Сларк так Сларк. Посмотрим.
что у нас выйдет из этого сварка. В принципе, да, если Свен не бьет, то Свен умрет. Ну, возвращайся, пожалуйста, я хочу вернуться. Я хочу вернуться! И я возвращаюсь. Если Свен не бьет, то как бы, ну, Свен не нужен. Если, ну, а просто вопрос, как за Shadow Dance убить Свена? Потому что там еще есть два таких довольно-таки вредных персонажа. Это Dragon Knight и это Ember Spirit. Вот что делать с ними, если вы будете фокусить Свена? Ember Spirit через некоторый промежуток времени станет довольно опасным. Другой разговор в том, то, что есть Static Storm. Есть Static Storm, который также может устроить довольно-таки интересный расклад событий. И мы начинаем. Походу я вылетел только один. Все уже разобрали персонажа. Сейчас может быть какая-то стычка в лесу. Все пошли вниз. Все 10 человек. Правда, Dragon Knight пока что куда-то отходит. И если какая-то стычка произойдет, то будет довольно-таки интересно, кто кого может сейчас загасить вначале. Я не делать ставку ни на кого не буду, потому что довольно интересно получится. И да, походу стычка будет. Смоки прожимают и могут сейчас встретиться. Расходятся те снизу, те сверху. И видит. Дизраптор видит. Смоки спадают. Дизраптор будут подцеплять. Смоки прожимают. Команда Колобок Ультрас и убивают дизраптора мгновение. Просто, ну и надо как-то уходить. First Blood. Еще и Сларк подцепили. Сларк также застреливает. Сларк на лоу хп убегать пытается. Кабанчика также пытаются забрать. Нет. Тангусом пытается. Ай, Тангусом деревцем хотел заблочить проход, ничего не вышло. Еще инвокера, что ли, попробует забрать. Нету пока что никакого фокуса. Да, еще инвокера забирает. Это минус 2 от Колобок Ультрас. Отличная игра. Отличнейшая. И не очень так игра от команды Eternal Ownage. Подставился дизраптор, конечно, не очень красиво. Ну и есть у нас сейчас время, я так думаю, представить игроков. Начинаем. Хоуп будет играть на Леоне, на Эмбер Спирите будет играть у нас Лис, на Варлоке Ютус, на Свине у нас будет играть Учиха Мадара и на Драгон Кнайте Викей. Команда Колобок Ультрас. На Дизрапторе будет играть у нас Ренао, на Сларке Велплейд. На Венге Full Spirit, Холла Холла, на Бестмастере 143 РО и на Инвокере Свизочки. Команда Eternal Ownage. Ну и давайте посмотрим, что у нас все-таки будет происходить по линиям. Наверху у нас будет находиться Венге Full Spirit, Дизраптор и Сларк. Против них все-таки, да, будет стоять Dragon Knight. Пассивочку, кстати, даже еще и не вкачал. Сейчас настреливают его. Винга. Стан закидывает на ВК. Нету. Ай-яй-яй. Нету кинетик филда. И просто уходит. На миду будет противостояние Эмбер Спирита и Инвокера. И на низу Бистмастер против Варлока, Свена и Леона. Вот такая вот расстановочка будет по линиям. И если бы сейчас, кстати, Kinetic Field был, Dragon Knight бы отправлялся в таверну, мне кажется. Потому что очень мало хп и брони-то всего троечка. Ну и кликают, хотят этого Dragon Knight подцепить, но пока что у Дизраптора не будет второго уровня, это будет довольно-таки трудно. Кварити уже себе несет. Он, да, он типа Кварити несет. Ну и надо как-то отпушивать, потому что под вражеской вышкой фармить довольно-таки неудобно. 12 крипов, хотя, несмотря на все, имеет. Свен же в свою очередь имеет всего 6 крипов, фарм у него небольшие трудности сейчас, и отвод происходит, отводит крипов, еще и даблстак получился, замечательно играет сейчас Дизраптор. Сварк будет подфармливать у себя под вышкой, наконец. Dragon Knight опять будет сражаться, сбивает Кларити, но тут уже, в принципе, фулл хп, фулл ману восстановил, ой, кабанчик тут задуная урону инвиза. Мог бы и забрать, в принципе, прийти понапрягать какого-нибудь Эмбер Спирит. Но нет, он будет
заходить здесь, стоять у себя нанизу, получать экспириенс. Еще и настрелял свина, походу, каким-то образом, почти половину хп Юба слил. Ну и спокойненько у нас игра немножко происходит, инвокер, правда. Ой, 150 хп к вас убивается потихонечку. Бесмастер себя довольно неплохо чувствует. Одного крипа забрал Dragon Knight, 5 крипов забрал Beastmaster. Ну и довольно спокойно. Ну, тут станчик, да, Dragon Knight получил, но его уже довольно-таки трудно пробить. Он на единичку уже вкачал пассивочку. И как бы все. Хотя половину хп слили, опять же, без кинетик филда. Захиливают Beastmaster, но Beastmaster не очень сильно, по-моему, пострадал от этого. И заводят крипов ему под вышку. Ему вообще все шикарнейшим образом пока что происходит у него. Он получает экспириенс, он понемножку получает денег. У него все замечательно. Инвокер тут... Ну, нет, инвокер также нормально стоит, нормально. Удивительно то, что Эмбер Спирит лучше стоит инвокера. Подходит просто в наглую Эмбер Спирит. И забирает крипов. Dragon Knight вот тут страдает. Очень много ему приходится отбиваться. Купил стики. Два танга осталось. Интересно, фласочка, он уже отпивался или нет. Ну, у него хотя бы есть пассивка уже на единичку. У него небольшой реген уже присутствует свой. Сейчас придут крипы, и сейчас он получит третий уровень. То есть все у него тоже довольно неплохо. Варо купил себе Energy Booster. Вот так вот. Ну что, тоже довольно неплохо. 27 крипов на 22 у Сларка, на 22 свиновских. Опять делают отвод. Опять сейчас будет Сларк сидеть у себя под вышкой. Ну вот, конечно, вот так вот бегать, это так себе. Здесь цепляют Бисмастера, прилетают, захиливают, все-все-все влетает в него. Эмбер Спириту пришлось покинуть линию, но Бисмастера все-таки забирают. Это 4-0. Так, стопэ. Внизу троих тогда забрали? По-моему, двоих. Так, что-то я пропустил. Ладно, хорошо. Ну или может Бисмастер за двоих зашел. Не знаю. Несмотря на это, 4-0. Прыгают на Dragon Knight. Dragon Knight с станом пока не откидываются. Dark Pact, стан все равно прилетает. Sunstrike попадает по Dragon Knight. Очень мало хп остается. И Сварк забирает себе килл. 4-1. Ну и вот как-то вот так вот, но надо забирать, никаких проблем вообще не возникло. Если на кого-то стан зашел, а он зашел на Сварк, он пережил этот стан, нормально все, он себя чувствовал. Так, инвокер, кутснэпы, пошли по лесу, лис уходит. Инвокер, 700 монет сверху после перчаточки. Ну и хотя счет у нас 4-1 на пятой минуте, то есть много киллов произошло уже довольно-таки относительно остальных игр. Ну, все равно как-то спокойно все происходит, спокойно. Какие-то мгновения такие 17 весенних проходят, когда у кого-то все-таки получается убивать, ну и как бы все. Дизраптор покинул свою линию, вышел поставить варды. И, ну, надо, наверное, как-то попробовать этого вот Dragon Knight подцепить еще разочек. Хотя уже пассивка на 2, уже брони еще больше. Сейчас еле-еле как-то забрали его. Ну, тут ПТ появилось, в принципе, тут же как-то посерьезнее. Все, ну, вот обходят. Не попадает Сварк, ну и драться бессмысленно. Еще и от вышки получал, нормально так. Ну, сейчас 6 уровень получит, и ему уже будет плевать на все. Да-да-да, получит 6 уровень. И 6 уровень получает Бисмастер. Бисмастер хоть разочек и умер, у него все равно довольно-таки неплохо. 20 крипов он имеет. Выходит в наглую, забирает. И 6 уровень все равно получил. Dragon Knight же только получает 5. Еще до 6 ему целый уровень. Здесь идет Эмбер Спирит. Эмбер Спирит под ДД. Ну и можно кого-то попробовать зацепить. Хотя тут сейчас будет драка 3 в 2. Викей заходит. Лис. ДД пока что не прожимает. Сларк видит этого лиса. Лиса. И что будет? Видит. Well-played. Лис телепортируется. Well-played видел. Все равно улетел. Будет ли? Да, на Викея прыгает. Дарпак проюзывает, снимает себя стан. Будет ли Глимс какой-то? Да, есть Глимс 2 уровня. Стан, Глимс.
Эмпер Спирит там кого-то убил, но Викея мы тоже увидим смерть. И кого он убил Инвокера. Вот так вот. Инвокер загулял. Инвокер был, походу, Мидас. И придется еще дофармливать. У Свена 1400 сверху. ПТ есть. У Суарка ПТ есть. Есть Аквила 400 сверху. Очень ровно идут. Несмотря на то, что у Суарка 1 килл, 1 ассист. У Свена... кстати, он что, Свен? Килл 2 ассиста. Так вот. Ну и довольно ровно. Показывает то, что давайте без мастера убивать. Подходит, станчиком не достает пока что. Ой-ой-ой, заманцевало, станчик все-таки по нему кинули. Ну и здесь без мастера отправляется в таверну. Очень быстро, очень технично отправляется в таверну. Счет 6-2. Пока что команда Колобок Ультрас отыгрывает неплохо. Ну, единственное, что Dragon Knight там нормально так подставляется. Но в основном, в остальном все здорово. Свен нажимает Warcry. Пытается забрать вышку. 4 человека здесь. В принципе, Dragon Knight мог бы также уже передислоцироваться. Инвокер пытается забрать мид. Ну так, нет. Забрать у него, конечно, не получится. Он так, подпушить. Ну и внизу вышка будет умирать. Вышка будет умирать. Здесь Бесмастер выходит. Ну и его уже тут вряд ли подцепят. На Dragon Knight. Dragon Knight опять убивают. 3 килла, 3 килла на Dragon Knight. Надо как-то выходить уже на других товарищей. Команде Eternal Ownage. Здесь еще и Инвокер. Инвокер цепляют. Кинетик Филд пошел. Инвокер мало хп остается. Прожимает стики и убегает. 2 сейв ТП. Засейвали своих товарищей. Да, и только сейчас показываю файт рекап с Dragon Knight. Телепорт. Dragon Knight возвращается. Формы нету. Формы нету, и Эмбер Спирит тоже не хочет его посещать. Есть Травела. Опа! Вот так вот. Травела себе нафармил Эмбер Спирит. Сейчас он будет очень активный. Очень активный, очень мобильный и сможет делать очень много всего. Даггер приобретает себе Свен. Вместе со Свеном этого Бесмастера, вот так вот выходящего в наглую, можно уже, конечно, забирать. Dragon Knight выходит здесь. Пока что формы нет. Вместе с Леоном. Будет ли лететь сюда Эмбер Спирит потом, мне интересно. Эмбер Спирит пока что на миде. Травела к нему пока что еще не прилетели. Выход. Хекс пошел на Венге Фулл Спирит. Венга. Стан второй не получает. Хекс стан получил от Леона. Дальше ничего нет. Эмбер Спирит. Как же долго к нему летят Травела. Но если сейчас заберет внизу ДД, то можно как-то уже что-то делать. Но нет, он идет наверх. Он сейчас заберет баунти руну. Инвокер. Инвокер. Где инвокер? Инвокер. Инвокер. Инвокер бежит на базу. Остается мало хауспоинтов у него. Но он телепорте может потом прилететь. Здесь сейчас будет драка. Дизраптор подходит. Вард ставит. Видит этого дизраптора. Дизраптор должен отходить. Сюда еще и летит Эмбер Спирит. Будет драка пока что 3 в 4. Бестмастера не хватает. 3 в 4. Если сейчас будет драка, это полный провал будет. Хотя есть Shadow Dance. Если успеет прожать Shadow Dance, ману у него пытаются высосать. Наскок. Так. Летит. Эмбер Спирит связывает двоих. Отлично. Стан получает. Shadow Dance прожимает. Wellplayed. Wellplayed надо пытаться уходить. Он упрыгивает далеко. Дизраптора стирают. И все. Ограничились малой кровью. Wellplayed остается практически без маны. Ему хватит, в принципе, на Dark Pact и на Паунс, но этого мало. Мало, Свена не будет в драке. Инвокер сюда бежит, но у Инвокера нету прокаста. Инвокер, да, может кинуть там Cold Snap, Sunstrike, но этого мало. Здесь, в принципе, есть Prime Aurora. Prime Aurora есть на кого кинуть. Можно на Эмбер Спирита и быстренько его забрить за Sunstrike. Пока что он не под щитком. Но что же будет делать? Бежит Бесмастер. Бесмастер видит кабанчиком. Нет, не видит никого кабанчиком. Можно цеплять. Выходит. Так, Бесмастер, Prime Aurora. Отлично, Эмбер Спирит. Эмбер Спирит отправляется в таверну за секунду. Просто замечательный Sunstrike пошел. Големы по четверым! Классный, но Варлок стирают за секунду. Dragon Knight, стан. На Холо-Холо. Холо-Холо будет умирать. Да, от големов. Отличный. Dark Pack пошел. Dragon Knight должен умирать. Dark Knight умирает и упрыгивает от Варлока. От голема Варлока. Варлока надо голема убивать. Там еще и Свен на лоу хп. А, он стаки фармит. Стаки фармит и довольно-таки неплохо, походу. Ну, это минус 4. Отличный минус 4 в одну вингу. Класс. Хорошо подцепили на развороте. Просто все здорово сделали сейчас команда Eternal Ownage. И классно отыграли. Классно. Супер вообще.
видит сейчас Сварк. Сварк должен дать инфу, то что тут вард, да, дает инфу, вард разбивают. В голем входит беспечно, остается ему 6 секунд, и он уходит. Все, есть лотар у Сларка. Ну и теперь можно бегать, цеплять, пытаться каких-то саппортов. Ну или как минимум уже будет немножко повыживаемый. Свен, конечно, нафармил даггер, нафармил Моральд Маск, но если он сейчас будет драться, а не фармить, пользы от него будет не так много, мне кажется. Эмбер Спирит также перестал фармить. 12 минут, одни Тервела и Бодл. Будет ли драка какая-то? Есть на этих Шторм, кинетик Филд, но нет маны. Вот это тут беда. Ну и вышку будут отдавать. Бисмастер также находится на нижней линии, и вышку отдают, и летит туда, кстати, Эмбер Спирит. Эмбер Спирит... Нет, не получится у него влететь. Кстати, нормально так, Бисмастер, у него есть первый некрономикон, и с первыми некрономиконами уже под санстрайка можно пытаться как-то этого Эмбер Спирита цеплять. Ой-ой-ой, как сейчас Леон разминулся с Бисмастером. Если бы там Свен не был рядом, могли бы его еще и отпускать. Но нет, здесь Бисмастер точно отправляется в таверну, там у него и Фингер прилетел напоследочек. Бедный Бисмастер, сколько в него, как он много впитывает. Как Иисуся тряпка просто. Впитывает все, если его еще и бить, он будет вообще таким послушным. Но для команды Eternal Ownage не так все смешно. Для меня, конечно, это все хохотушки, но для них нет. Потому что без Бисмастера 13 секунд надо как-то выжить, а после этого уже можно влетать. Есть лотар, можно как-то влетать. У Ворока нету големов. Пошел, лотар. Будет ли раскрываться? Да, раскрывается на Ворока. Стан пошел на Леона. Здесь Статик Шторм. Отличнейший с кинетик филдом на Эмбер Спирит. Отправляется в таверну. Стан пришел по Сларку. Сларк Шадоу Дэнс. Будет надо сбирать Ворока. Ворок отправляется в таверну. Свен под ГДСом также умирает. И где? Где Драгон Кнайт? Драгон Кнайта нельзя отпускать. Нельзя. Есть свап. Нужно свапнуться с кем-то и дать ему стан. Ну... Нет, пока что не получается. Ну, Вижн, да, вот Вижн, Глимский на этих филд поставили. Ну и будет отправляться в таверну также Dragon Knight. Минус 5 очередные от Eternal Ownage. Отличнейшая игра от ребят из Eternal Ownage. Замечательная. Вот была игра прошлая, когда также взяли зовут-то Дизраптора. Вот. Дизраптора взяли. И начали юзать просто Static Storm на одного персонажа. Ну и я говорю, ну зачем? Ну есть же там ребята, там Магнус у вас, как бы, ну заюзайте на него все. Под него, под РП, подождите, там РП будет красивое, хорошее. Вот, здесь все классно, просто все супер. В этого Эмбер Спирита вливают просто замечательно. Весь Сайленс, его фокусят, его там закрывают как только могут. И... просто ничего не может сделать вот этот персонаж. И выход, очередной выход. Ну, здесь уже, конечно... Хотя Реминант не поставил. А, нет, Реминант поставил, все, и улетает спокойно на базу. Ну, знает. Спирит, здесь его без Сайленса вообще не подцепить. Во что будет выходить Инвокер? Инвокер пока что барабаны, но и здесь надо ему какой-то Аршид, что ли. Без Аршида здесь уже не подцепить. В процессе, пока этот Инвокер соберет Аршид, тут уже и Линка, скорее всего, появится. Ну, хотя тут нет чего. А, нет, все, конечно, тут Линка должна появляться у Эмбер Спирита в процессе. Ну, пока что ему надо дожить до Battle Fury, потому что у него небольшие проблемки такие с фармом появились. Но тут появились големы есть, теперь можно поесть. Kinetic Field, Static Storm, все есть, нет ХП, есть ли Prime Aurora, есть Prime Aurora, есть големы, есть ли Finger есть, все есть форма, можно драться. Что той, что другой команде. Либо одной закрепить преимущество, либо второй его отыграть. Ну и что решают? Команда Клобок Ультра смогли сейчас огрести. Кстати, если бы не испугались Eternal Ownage. Так как не было Свена. Конечно, да, там Фалес бы прилетел, големы бы прилетели, ну а пока что они больше ничего из себя и представить не могут. Эмбер Спирит урона не наносит. Эмбер Спирит сейчас получает станчик, если будет. Зачем свап вот этот, я правда не понял. Надо было Статик Шторм кидать, доставал Дизраптор, но что-то он испугался. Вот этого свап я немножко не понял, конечно. Может, я что-то не понимаю вообще в этой жизни. Но вот решили так.
Эх, сабли, потихонечку пробирается у нас Свен, ну и сейчас будут пытаться забрать вышку. Юзает щиток на себя. Стан отличный, пошел! Голем по одному бестмастеру, палец также бестмастера, прайм урор. Зашел в Эмбер Спирита, Эмбер Спирита будут ли как-то цеплять, Эмбер Спирит без маны. Эмбер Спирита можно убивать, он без маны. Но, нет, 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 разбегаются, боятся голема. Боятся голема. Ну вот о чем я говорю. Голема проюзали, а урона нету. Единственная ошибка была в Eternal Ownage, то, что они просто убежали. Просто решили убежать. Если бы сейчас дрались, Эмбер Спирит там без маны, легко бы его они забрали. Ну, сейчас, конечно же, он уже отрегенился. Инвокер летит, инвокер сейчас свяжут, попытаются. Нет, инвокер получает Cold Snap, Эмбер Спирит. Отличный статик шторм, кинетик филд под четверым! Залетает, отлично, наносит огромное количество урона, выходит из него. Эмбер Спирит улетает на реминант и убивает еще и Драгон Кнайта. Здесь погоня за кем? За Vengeful Spirit, пытаются забрать голема, голема также забирают. Отличная игра от Дизраптора. Что творит он? Этот статик шторм и кинетик филд по четверым было невероятный. Вау! Просто вау! Если бы профокусили Эмбер Спирита, было бы минус 4. Но они решили зафокусить остальных, что, конечно, не может быть не ошибкой. Просто надо как-то фокусить Эмбер Спирита. Вы кинули статик шторм. Единственный скилл, который вас может зафокусить этого Эмбер Спирита на то время, чтобы его убить. Но вы фокусите всех остальных, тех, кто уже дал прокаст. Ну, я не знаю, но это вот небольшая ошибочка. Надо как-то с этим справляться, потому что в процессе ну, ему может стать плевать просто на то, что он стоит в статик шторме. При покупке там какого-нибудь Бекенбара, потому что Дизраптор не соберет здесь аганим, мне кажется. Не дойдет до этого. В смоках входит команда Eternal Ownage. Кого-то сейчас будут находить. Есть Prime Aurora. Static Storm практически есть. Венги там всегда все есть, в принципе. Ну и вот, если успеют, Static Storm. Успеют ли? Стан попали. Но и Static... Нет, нет, нет. Без него нормально. Так под санстрайком за стан забрали. Отличная игра. Отличная сейчас игра от Eternal Ownage. Вот и забрали этого Ember Spirit. Но он успел купить себе меч. Ему остается Perseverance до Battle Fury. Потихонечку, медленно, но верно он в него выходит. Кстати, что мне потратили? Красавцы. Леон выходит. Хекс. Подставился. Леон видит его. Топорами срубают. Видит Леона. Леон должен умирать. Да, Леон за мгновение умирает и забирает еще и вышку. Начался конвейер гейминг от Колобок Ультрас. Начало было замечательное от них. Просто невероятная. Отличная игра от Эмбер Спирита. Вот эти вот выходы, мгновенные киллы, все, все круто. Но сейчас начинают сыпаться. Команда Eternal Ownage начинают диктовать свои правила. Есть ли големы? Нет. А, есть големы, есть големы. Не получилось подцепить Сларку. Ну и отступил, решили просто забрать вышку. Есть Аршит у Сларка. Вот, вот это вот сейчас с появлением Бутторна. Он станет невероятно опасным. Булторн, в принципе, Сильвер Рейдж и тот же Драгон Кнайт будет улетать. Проюзал Шадоу Блейд. Будет ли пытаться подраться? Походу, да. Никуда не уходит. Пока что в инвизе. Пьет на Эмбер Спирита. Сайленс повесили под станом. Разваливается. Будут ли големы? Статик Шторм пошел с кинетик филдом. Двух саппортов подцепили. Варок отправляется также должен в таверну. Но пока что выходит. Не кидает големов. Минус 3 уже. Подцепили Драгон Кнайта. Драгон Кнайт также умирает. Свен не участвовал в драке. Это минус 4. Очередные Свена не было. Можно заходить на хайграунд. Если нет байбеков, это, возможно, минус сторона. Стан пошел по двоим. Отличный. Но этого мало. Глимсанули. Не закрыть, закрыть не получилось. Но надо забирать сторону и уходить. Надо забирать сторону и уходить. Vengeful Spirit отбегает. Сейчас может, в принципе, Свен попробовать. Потому что там все лоу-хэповые. Но там есть чем фокусить. Стларк прыгает, пугает Свена. С Даркпактом снимает его стан. Забирают сторону и просто уходить. Отличная игра от Eternal Ownage. Я их не узнаю. Первую игру, которую я их комментировал, в рамках другого фасткапа сейчас. Венга, ой-ой-ой, куда же она телепортировалась-то? Там все, что ли, решили телепортироваться на эту вышку? Так вот, первая игра, которую я комментировал, они играли как будто, ну я не знаю, как будто новички, что ли, какие-то. Сейчас невероятно что-то показывают, конечно. Замечательная игра. Слажено, сыграно, все круто, все классно. Я тащусь. Я просто фанатею. Классно. Все супер.
Колобок Ультрас, надо реализовывать свой прокаст. Надо как-то зайти, что ли, не знаю, сзади. Надо что-то придумать такое. Но потому что они не инициируют. У них тот пик, который надо инициировать. Големы пошел с ГДС, Свен стан также кинул. Там големы разваливают, ты разваливаешь. Dragon Knight разваливает, Ember Spirit разваливает. Battle Fury сейчас у него появится. Там вообще будет разваливать. Там все разваливают. Но им диктуют игру. Заходит тот же Дизраптор, кидает Static Storm по двум саппортам, которые не могут дать свои раскасты, ни големов, ни фингеров, ничего там не залетает. Заходит, вот просто сейчас Суарк может зайти и убить этого Свена бедного. Да, он прыгает, сейчас Аршит на него будет ли повешен, Дарпак там снимает стан, будет ли Shadow Dance. Да, Shadow Dance провязывает, ну тут, конечно, много на этого Свена потратили, но, конечно, убили, но могли и меньше кровью обойтись. Забирают Свена, забирают вышку, пойдут дальше, конечно же. Надо забирать еще и следующую вышку. Есть Prime Aurora, стан будет ли. Дарпакт отличный. Сайленс на Леона, Леон отъезжает. Големов тратить не хотят. В инвизи бежит, глимсует Ворока. Ворок отправляется в таверну. Големов не будет, это минус Т2. И может быть и вторая сторона. Могут заходить. 30 секунд никого не будет. Fortification, конечно, имеется. Dragon Knight также цепляют. Снимает ему армор, и Dragon Knight отправляется в таверну. Может попытаться сейчас как-то с Battle Furies на фистах попрыгать. Ну, кстати, нормально, так урона наносит. Не успели закинуть по нему аршидом. Ну, и это минус сторона очередная. Prime Aurora пошел на Ember Spirit, а Ember Spirit в таверну. Минус вторая сторона. Fingers улетел, Суарку, господи, на 100 хп выжил. Ревейдж просто от Леона по троим. Господи, ну почему раньше так вот нельзя было играть? О-хо-хо-хо-хо! Вот это хайлайтище! Просто станом! Просто... Ай, нет, он, по-моему, даблтычку сделал с этого... С Хасабли. Господи, Свен зашел! Свен в драке! На, минус 3! Пошел! За Вингой не пошел! Ну что ты? Ультра-кил! Вот это Свен зашел! Просто... Отлично сыграно. Класс. Мне понравилось. Одобряю. Не, ну реально классно. Я что-то не понял, правда, там был удар или он просто со стана их там. А, я не успел файт-рекап открыть. Ну и как бы минус две стороны. Просто не ожидали, наверное, команды Тернула лучше. Я тоже такого не ожидал. Классно. Свен показал, у кого есть шарики. Свен показал то, что, ребята, еще не все кончено. У вас есть я, а у меня есть Дейдаус. Но там нету БКБ, потому что плохо. Если он не успеет прожать ГДС, в принципе, его развалить будет не так трудно без особых усилий. Ну, посмотрим. Заходит, будет ли заход Рошана. Да, пытаются зайти на Рошана, Сварк пошел перехватывать под ДД. Может выйти на того же Свена. Да, Аршит на него вешает, под ДД пытается развалить Паунсом, Даркпактом. И просто отлетает этот Свен. Ну, под ДД, конечно, Сварк очень своевременно поймал, нашел ДД. Ребята из Колобок Ультрас говорят, пошли под вышку. А ребята из Eternal Ownage говорят, пошли на Рошана. Не сошлись во мнениях. И есть уже Silver Rage. Есть ли... Нет, Вулторна пока нету. Это такой пока что Сильвер Рейдж. А, вот так вот. Тут Скади собирается. Скади собирается и остается совсем чуть-чуть. Point Booster надо купить. Стоп. Ну да, Point Booster надо купить. А зачем он несет его? Непонятно. Зачем? Пусть стоит у этого, у лавки. Пока я соберу еще 600 монет. В принципе, таким... темпами эти 600 монет залетят сейчас быстро. И сейчас может быть либо переворот, либо контрольный заход. Свена нету, без Свена могут как-то пытаться подраться. Фистами нормально так прошелся сейчас Ember Spirit и просто заставляют упрыгивать этого 40. Немножко подхарасили вышку, и он просто упрыгивает. Хекс получает отличный сайленс. Пошел на Леона. Леон до сих пор под сайленсом, но это только Аегис. Свапы Dragon Knight. Dragon Knight никак не фиксирует. Убирает все-таки Леон. Так, стан пошел от Свена, Свен в драке, ДДС проюзал, инвокер пытается уйти, застанили Суарка, Prime Aurora пошел по Свену, Prime Aurora, Свен отправляется в таверну, живой, фисты, пошли, нет, не пошли, здесь остался Dragon Knight и Суарк, Shadow Dance проюзал, минус вышка, и забирают Т3. И это Good Game Well Played. Вот так вот.
Кто-то невероятнейший. Хекс, Сайленс и Сварк умирает? А, нет, умирает. Что-то невероятнейшее сейчас Этернал Оуниш показали. Я не знаю, я не верил в этого Сварка. И вот я клянусь, не верил в этого Сварка в данном пике. Я думал, сейчас он будет фармить там минут 20, потом 10 минут бегать бесполезно. И в конце его просто с ГДС-а Свен будет разрубать или там фистами Эмбер Спирит. Но что-то показали невероятное нам Eternal Ownage, и они проходят в финал. Финал, второй финал фасткапа у них за сегодня, в котором они столкнутся с командой... не обновляется мне страница. Я хочу посмотреть финал, кто же у нас будет, пожалуйста. Ладно, пока что не обновляется страница. Финал мы увидим на финале. Через несколько минут, я так думаю, мы увидим... А, у меня, наверное, вообще с сайта Starladder лег. Через несколько минут я запущу опять свой стрим и... Мы продолжим смотреть финал Eternal Ownage против кого-то еще. Далеко не уходите, с вами был Маэстро.